важное сообщение я хочу сделать. Это то, что заканчивается эпопея оздоровления с Эдуардом. То есть через что он прошел, от чистки печени до, по-моему, 25-дневного голодания, что и как было. Очень интересный опыт, работа под моим руководством. Вот это все я изложу, там куча фотографий таких отталкивающих, но тем не менее люди, которые с этим делом столкнутся, это для них крайне важно, видосов, поэтому это будет в платной подписке, в платной, чтобы там не заходили какие-то, знаете, случайно зашел, как вот я изложил голодание, 40 суток, что и как, что выходило. То есть тот человек, который занимается этим делом, ему важно знать, видеть, что и как. А другие, ой, что тут за брезгливые картины такие? Ой, что тут вы повыставляете? Чтоб таких людей и не было. То есть зашел тот человек, кому надо. Как говорится, цены приемлемые, адекватные, разумные. И все такое, да кто там меня? Это там не клещ ли упал и пытается впыться мне тут какие-то жучки, паучки. То есть вот так вот будет. Я, наверное, не поленюсь, главное не лениться. Времени всегда достаточно. Важно свое время организовать и все это дело сделать. И все это пойдет. Узнать, как это делается, и делать.